Достойный облик городу, помимо облагораживанных дворов, придают и уличные картины, то есть граффити. Да, вы не ослышались, уличные художники в областном центре наконец-то услышаны, а скорее замечены. Специально для создания уличных картин в Иркутске открыли специальную стену. Расположена она рядом с остановкой «Дом кино» на пересечении улиц Сеченова и Академической. Сюда может прийти любой желающий и, вооружившись баллончиком с краской, высказаться на любую тему. Конечно, в пределах разумного. В свою очередь, изображения, которые не соответствуют нормам морали и приличия, а также не соблюдают все правила, действующие в законодательстве, будут своевременно ликвидироваться. К слову, первые граффити на стене уже появились, и их можно оценить лично.